Все во двор. Время вспомнить правила знакомых с детства игр. В программе традиционного фестиваля «Игра 4D» классики, резиночки, салки, а также творческие мастер-классы, караоке и танцы. Сегодня к дворовым приключениям присоединяются дети и родители со всех уголков России. А одним из первых фестиваль состоялся в Снежногорском детском саду. Снежногорский школьник Дима Иванов – парень серьезный, увлеченный спортом. Но сегодня снова с радостью окунется в воспоминания о годах, проведенных в детском саду. Он был одним из тех ребят, кто впервые поучаствовал в фестивале «Игра 4D». Сверстников приглашает отложить гаджеты и присоединиться. Игры компьютерные ухудшают зрение, а тут можно помастерить, пофантазировать. Четыре составляющие большой игры – это двор, дети, движение и дружба. С каждым годом, отмечают координаторы проекта, число участников растет. Так же, как и желающих помочь в организации станций и площадок. Сами дети иногда приходят на площадку, видят организаторы, говорят, а мы играли еще в такую игру. И предлагают уже свою. Или говорят, а на первом фестивале вот была такая игра, давайте вспомним. И уже сами проводят. И вот мы считаем, что это как раз та цель, что игра уходит во двор. А здесь мы сплотились и стали как одна семья. Мероприятие получилось забавное, веселое, незабываемое. Мы благодарны организаторам этого мероприятия за столь веселый досуг, который они организовали для родителей детей. А заняться будет чем? Смастерить игрушки из бросового материала просто, легко, экологично. Проверить меткость, поделиться вокальными навыками, потанцевать и порисовать. Привносит родители в развлечения и региональную тематику. Например, в этот раз можно было заарканить оленя. Мы оформляем сейчас фотозону и, соответственно, игровую зону. У нас будут самские игры, как бы тематическое народное, польское полуострово. Игра – это самое отличное времяпрепровождение для детей, а для родителей тоже, потому что все мы родом из детства. Вот. И игры – это самое то, что нужно ребенку. Наши дети, к сожалению, играют сейчас гораздо меньше, чем раньше. И мы возрождаем игру и ратуем за то, чтобы игра жила, процветала, и наши дети современно не были обделены этим замечательным делом. В общей позитивной обстановке и самому легко впасть в детство. И вот уже взрослые вспоминают приемы игры в резиночку и водят хороводы. Конечно, хотелось бы, чтобы почаще такое было. И чтобы детки наши радовались, и все учреждения, которые нам такие праздники создают, конечно, они, чтобы почаще нам это устраивали. К фестивалю присоединились и другие города Большого Зато. Площадки для игр подготовили детские сады в Гаджиево и Полярном. Погода, я надеюсь, нам немножко заблаговолит, и у нас будет отличный, интересный день. Давайте делать двор дружнее. А какие игры помните вы?